привет! Продолжаем проходить Half-Life, и это 14-я часть Half-Life, и вторая часть из DLC Blue Shift. Вот, мы сейчас продолжим проходить, сколько у нас, полуторачасовая сегодня серия. Вот, мы в прошлый раз закончили в другом мире. Активировали какой-то маяк или что-то типа того, или какие-то инструменты, или что-то такое было. Вот. Прыгнули вниз туда. Блин, это я... Да ты задолбал, отстань. Давай вот так вот сделаю. Я думал, я его убил просто. Ага. Он еще по ним не ходит, блин. Ага. Так. Куда это ведет-то? Вон туда, что ли? А зачем мне туда? Я буду на такое делать. Питыри. Загрузка, что ли? Опа. Так руки поднимают, забавно. Как мне не нравится, да? А, я урон не получил. Это как так? Так, я вижу портал, видимо. Дискотека. Я посмотрел в камеру, как это выглядит еще. Отлично, мистер Маккл. Мы уже начали волноваться, когда ты не возвращался. Но, похоже, тебе все-таки удалось снова ввести в строй устройство. Мы получаем очень сильный сигнал, но боюсь, что у меня плохие новости. Запаса энергии хватило только для того, чтобы открыть поле и отправить тебя. Если мы собираемся сохранить телепорт открытым, чтобы успеть вычислить безопасную точку выхода и позволить всем телепортироваться, кому-то придется спуститься на нижний уровень, и найти. Совсем недавно туда отправилась пара наших коллег. Но после этого мы о них ничего не слышали. Боюсь, что случилось что-то. Мне не хотелось бы ставить тебя в такое положение, но ты должен понять, что если туда кто-то не спустится, то никому из нас не выбраться отсюда живым. Кроме того, ты как раз оснащен для борьбы против любой опасности, которая может поджидать тебя. Ладно, я отведу тебя к лифту, ведущему к генератору энергии. Следуй за мной. Давайте делать паузу между предложениями, пожалуйста, а то иногда не очень понятно. А, вы меня туда хотите отправить? А этого не хочу. А вот мы здесь. Внизу находятся старые генераторы, которые мы использовали для обеспечения энергии этой лаборатории. Там ты сможешь найти то, что мы ищем. Как только ты найдешь новую батарею, убедись в том, что она заряжена, и отправь ее вверх на лифте. Удачи! А, просто на лифте, а сам еще там остаться? А как убедиться, что она заряжена? Наверное, будет понятно по ней, там что-то зеленым гореть, наверное, должно, и что-то типа того. Я
яркая вспышка, все. Блин, жалко только останки только. Ой, да, есть. В чем дело? Понятно, сэр, я справлюсь. Не повсюду, мы должны убираться отсюда. Держи себя в руках. Если мы не сможем зарядить батарею, мы все погибнем. Ну, пустите меня. Ну да, одежда. Я справлюсь. Ясно. Ау! Слушай, закрыто-то. Что тут случилось? Ты что-то сломал? Триггер какой-то? Как я умудряюсь-то каждую серию начинать? Он по два стреляешь? Да. Что? Я предполагаю, что какой-то баг случился. Да ёп! Отсюда. Держи себя в руках. Если мы не сможем зарядить батарею, мы все погибнем. Уходи отсюда. Я справлюсь. Нет. Может, та дверь открылась? Ну да. Так, погоди, это военные. Здесь ничего нет, да?
там чё? Блин. Тоже вырублен, да? Вода нужна. Блин, это напугало. Так, и что это такое у нас вообще в целом? Это безопасная херня? Ага, ясно. Даже близко небезопасная. Ну, скорее всего, здесь что-то нужно залить водой, чтобы вот это можно было взорвать. Либо... Нет, так не работает. Хотя должно было бы. Сюда не пройти пока что. Наверное, там что-то надо активизировать. А, так, здесь я залез, да? Да. Бронька кончилась, кстати. Смотрим, что это здесь. А, это обратная дорога. Ясно. Ага. Ну, сильнее. Чего нет-то? А туда тоже можно залезть? Типа, или чё? А, сейчас. А, да, нихера себе. Ё-моё. Угу. Отсюда не залезть. А сюда ты еле залез.
ничего не тыкается, да? Может, что, притащить что-то металлическое? О, бочку! Она же проводит электричество. Ага. Проверка. Логично. Зачем приседаю? Еще ходит. Руки в боки, вон он. Не лезь, не разбираться. Тоже не работает. Ну погоди, а вот тут. Вода ушла. Или что это? Ну, смысл в том, что ушло. Ой, я вниз поехал, нифига себе. Да ты бесишь! Десять секунд. У нас водопад. План. Ага. Двигается? Это двигается. А куда? И зачем? Зачем я это сделал? Что с ним вообще может быть? Это, допустим, я... Ничего. И не взрывается, похоже, да? Да. Может, эти штуки по ним лазить можно? Типа они как лестница выглядит там. Нет, нет. Не лезет. Эти поршни бы опустить как-то. И по ним можно будет прыгнуть. Хотя нет, это далеко больно будет. Так, а что там написано? А, опасно, кулант, химикальные, ну, короче, химические отходы, видимо. А что если их на люк поставить в центре? То есть, кажется, херню занимаюсь. Да, блин, он не толкается нормально. Я проскальзываю. Он как будто квадратный, а не круглый. Так, но он опускается туда. Да ёб твой. Вот так проще будет. Ага. Их 4 плюс 4 секции, как бы, может быть.
Хер его знает, но может быть. Зачем ты сюда спустился же? Да? Ну, в принципе, да. Они квадратные, они не круглые. У них бокс квадратный. Не знаю. Херню занимался сейчас. Бесполезно. Я хочу дочь вытащу теперь. Нет. Но я сюда все равно не запихал. Что это? А что-то еще можно придумать. Это не работает. Акселер или повер статус. Он опять поднимается. Она имеет обратный механизм. Уйди. Нет, опять. Ага, вояки. Тут наполняться должно. А, вот сюда запрыгнуть можно, наверное, да? Бесишь, как ты попадаешь-то? Что здесь у нас? Юнит 1-2. Мешать на нее сбалтывать? Что это? Сейчас они пускаться будут? А, он... Да, пускаться начнет. Мне интересно, что будет, подожди. Что я должен толкнуть был, если?
А, теперь это все горит. А для чего это горит? Это открыться должно было. Так, это не пойду. Так не работает, наверное. Я сюда что-то не мог сделать, да? А там что-то не смог пройти куда-то. А, это назад дорога. А зачем я толкать что-то... Как... Стоп, с чего? Он типа открывается теперь? Нет. А как это падут-то вообще? Горит. Может, не вернуться надо просто? А то, что ты ему говорил, это чуть что дальше. А? Может быть такое? Я же запустил генератор какие-то, но скорее всего все. Ну да, попробуем. Все в порядке, Колхан. Но если мы собираемся выбраться отсюда, то нам нужна еще одна батарея. Ты должен вернуться обратно, найти батарею и полностью ее зарядить. Мы рассчитываем на тебя. Мысли, какая батарейка нагрит-то хотя бы? Ничего не говорят, да? И еще-то требует. Еще одна. Мощность. Где юба? Мне как-то попасть нужно в ту дверь, где перестрелка была, вот это все. А как-то попасть? Что здесь не двигает? А, я нажимаю, ничего себе. Ага, ага. Так, а, стоп. Нет. Не едешь? Ну ладно. Я еще нашел дорогу. Не значит так. Ну ладно. А, ну это тихо не значит так. Может, надо две одновременно? Я не смогу так. Ну там что-то есть. Ну как-то попасть, я не знаю. Эта штука ездит, походу. Они могут наверх подняться. Вот эта вот платформа. Но для этого надо нажать вот эту кнопочку. Она срабатывает, наверное? Нет, не срабатывает. А если вот там нажать? Она, по-моему, ничего не дает. Вот помню. Я их тыкал. А, поехал. Надо было три штуки нажать, что? Что? Как он работает? Я не знаю, как для чего. Она не работает в целом. Что ты кричишь? Так, а тут... Опа! Я понял.
Insert payload. Я надеялся, что ты придешь. Ты должен зарядить эту батарею и доставить ее доктору Розенбергу. Я бы помог, но я серьезно ранен. Скорее всего, ты сможешь протолкнуть батарею через ограду на станции зарядки, которая находится за мной. Сейчас я попробую подняться. А, тут что? А, Deliver Lift, я понял, это не то. Блять, как мне теперь что-то вытащить? А нахер ты вот это садился, чтобы ты не прошел? Сейчас я вот этого товарища отмечу. Я не буду включать, я прям тут буду сейчас. Все, я тут, а? Блин, как же это неудобно. Бывает хуже, конечно, но... Все, возвращаемся. Эта штука, да? Хан, ты молодец, при помощи принесенной тобой заряженной батареи мы уже начали подготавливать устройство. Однако в этот раз все будет гораздо сложнее. Поэтому мне нужна твоя помощь в центре управления. Поспешим, еще нам нельзя терять ни минуты. О, опять? Опять мне куда-то отправлять собрались? Если батарея нормальная, почему должно быть сложнее? Хорошо, я останусь здесь, чтобы следить за работой системы и буду всем руководить. Ты должен отправиться в центр управления и включить основной источник энергии. Когда процесс начнется, ты также будешь должен открывать затворы каждый раз, когда система будет заряжаться для того, чтобы открыть поле размещения. Но не волнуйся, Калхан. Этот процесс довольно простой, и я сообщу тебе, если что-то будет нужно сделать. Ну, куда идти-то? Да-да. Ага, вижу. Это такой мейн-повод. Отлично. Подожди, Калган, после того, как система будет инициализирована на настройку интерполяционных спиралей резонанса, уйдет какое-то время. Запустим какую-нибудь херту сюда, да? Похоже, все в подполье. Нет, повреждена главная система охлаждения. Калган, направляйся к клапану, находящемуся на мостике, и снизь уровень давления. Быстрее, система может перегреться. Сейчас не время для игр. Если вспомогательная труба охлаждения перегреется, машина взорвется. Ты сейчас же должен повернуть клапан на мостике. Как долго был? Начал импульса. Я не могу. Бежим. Мысль, я сделал все. Похоже, все в контроле. Нет, повреждена главная система охлаждения. Калган, направляйся к клапану, находящемуся на мостике, и снизь уровень давления. Быстрее, система может перегреться. Но он
не тыкается. Сейчас не время для игр. Если вспомогательно хорошо, теперь продолжай выкачивать ручку, пока он не достигнет. Слава богу, пронесло. Сейчас заряжается главная батарея. Когда полная зарядка завершится, ты должен открыть поле размещения в центре управления. Мы уже почти добрались. Отлично. Система полностью заряжена. Нажми выключатель возле окна в центре управления. Отлично, поле открыто. Отправляйся вон там. Отлично, Калхан. Я начну проверять систему для следующей телепортации. А теперь он что ли уйдет отсюда, да? Добро пожаловать. Где он? Калхан, ты пришел. Когда ты тогда исчез, мы подумали, о нет, здесь что-то не так. Симмонс, иди посмотри на Калхана. Похоже, в его тело что-то вселилось, и я... Чего? Что у меня вселилось? Вы что натворили, ученые? Телепортируется у меня? Черт, он у нас, так давайте грохнем его. Ну, они найдут тело. О, лицо Фримена! Тело? Какое тело? Слава богу, ты здесь. Я волновался, что сбой системы, произошедший в последний момент, мог застать тебя в самом неподходящем месте. Тебе повезло, если ты стоишь прямо здесь передо мной. К тому же, похоже, что повезло нам всем. Однако, именно благодаря тебе нам удалось реализовать эту сумасшедшую идею. Нам удалось это, Калхан, удалось! А чё, всё, что ли? Это, мягко говоря, неожиданно. О, гирбокс. Можно прочитать что-то.
общем, тоже неплохое DLC, но оно короче. Намного короче. Полтора часа всего. Ой, сколько? Два часа? Что-то это вообще прям маленькое. Хотя я не сказал, что я быстро пролетел, я тупил много. Ну окей, ладно, даже хорошо. Получается, у нас сейчас это была 14-я часть, как бы. И на ней мы заканчиваем игру. Такие дела. Как много титров-то. Это гораздо легче DLC, чем прошлое. Прошлое было тяжелее. Ну чё ж, мы тогда, получается, заканчиваем с первым Half-Life'ом. Я еще в Source поиграю. Не знаю, там что будет. Вот. Это DLC проще и, наверное, все-таки менее интересно. Но здесь мы увидели лицо. Здесь увидели лицо Фримана. Вот. Конечно, мы его так видели на превьюшке. Превьюшке игры. Но прям там нет. В игре не было. Вроде как. Вроде не было. А, ладно, неплохая игра, в принципе, по-любому она сделала свое дело в свое время, как я уже говорил по первому. По основной части Half-Life я говорил, то, что, скорее всего, она произвела довольно неплохие такие эмоции на людей. Вторая, насколько я знаю, еще более революционная была. Насколько знаю. Опять же, могу ошибаться. Вот. Ну, мы начинаем вторую, получается, она порекомендована идет дальше. Она будет как третья игра сейчас, то есть вторник, четверг. А там уже что-то, наверное, закончится еще потом. И она сместится уже на второе место и так далее. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там и скриншоты, обзор саундтреки. Ну и, как обычно, всем спасибо и всем пока.